Это что, НЛО? Нет, это всего-навсего фризби. Игра, в которой кидают диски. Если хочешь поиграть в команде, выбирай игру Ultimate. Она происходит на поле. Игроки делятся на две команды по 7 человек. Цель – набрать больше всего очков. Ну а если хочешь свободы, займись фристайлом. Это полная свобода действий с акробатическими элементами. Главное – правильный диск подобрать. Диск вот для фристайла, например, он весит 160 грамм. Угу. Он более мягкий, у него гладкая поверхность. Угу. Полированная, да, то есть, опять же, связано с тем, что со всевозможными кручениями, там, да, и обтекаемостью, как бы, определенной. Mm-hmm. Диски для Ultimate, они весят 175 грамм, то есть, немного тяжелее, они более плотные, у них ребристая поверхность, ну, и они, в принципе, больше подходят для, вот, именно бросков. Научиться кидать диск можно за месяц. Все зависит от желания и возможности. Вообще, это хорошее занятие, если ты собрался отдохнуть с компанией на свежем воздухе, отправился в поход или просто гуляешь. Хватит сидеть дома или по подъезду. Выходи на улицу, собирай команду и играй. И будешь таким же красивым, стройным и здоровым, как я, Алла, дежурная по рубрике. Вау!